Реки Бразилии стремительно пересыхают из-за засухи. Это явление может привести к серьезному кризису в регионе, считают эксперты. Большая часть продуктов и лекарств для людей, живущих в отдаленных населенных пунктах, доставляется по водным артериям. Однако из-за их обмеления жители вынуждены прибегать к каноэ или использовать наземный вид транспорта. Крупные суда больше не могут пересекать неглубокие воды. По данным геологов, это второе резкое обмеление рек в стране за 10 лет.